Альпинизм по-кургански. В Заурале прошли соревнования любителей экстрима. Впервые они состоялись на настоящем скалодроме. До этого курганские альпинисты получали опыт на деревьях. Открывшийся скалодром многие вообще увидели впервые. Смельчаков набралось около полусотни. Правила были простыми. Каждый должен был преодолеть 3 подъема. Без уклона, с отрицательным уклоном и ломаны. Как показала практика, без предварительного альпинистского опыта и хорошей физической подготовки победить скалодром очень сложно. Профессионалы признаются, взбираться на реальные скалы немного легче. Там больше зацепов, за которые можно схватиться руками или поставить ногу. Но в Кургане гор нет, поэтому 20-метровый скалодром – лучшее место для подготовки перед настоящей высотой. Такого масштаба соревнований по скалолазанию в Кургане еще не проводилось. Есть у нас скалодром в 8-м лицее, но соревнования там были исключительно маленькие. Широкие массы курганцев на них не приглашали. А здесь прям уникальная возможность прийти абсолютно каждому от 4 до 99 лет и поучаствовать, попробовать свои силы.